стать чемпионом Казахстана в новом виде спорта – народном жиме лежа – представилась карагандинским спортсменам. В соревновании приняли участие более 70 атлетов из Астаны, Кокшетау, Алматы и Шахтерской столицы. Подробности в сюжете. В одном из спортивных клубов города прошел первый открытый чемпионат по народному жиму лежа. Это молодой силовой вид спорта, быстро завоевывающий популярность. Ранее в том же спортивном клубе уже проводились подобные соревнования, только по военному жиму лежа. Особенности и отличия именно военного жима лежа, который мы представляли ранее, и народного жима лежа, в том, что народный жим лежа, здесь участники поднимают собственный вес на максимальное количество повторений. То есть побеждает тот, кто выжимает наибольшее количество раз собственный вес. После снятия спортивного снаряда со стоек на выпрямленные руки с хватом звучит команда старшего судьи на помосте. Спортсмены начинают выжимать из себя кто сколько может. Уступать никто никому не собирается. Я пришел в этот спорт 3 года назад. Друг посоветовал заняться спортом, пауэрлифтингом. Участвую на разных соревнованиях, жим-лежа со штангой, и приседания со штангой, и пауэрлифтинги. Все соревнования участвую. Давно занимаюсь, вот именно с железом последние лет 10 лет. А вот именно по жиму выступать начал 2 года назад. Вот первые соревнования по военному жиму прошли нормально. Там разряд выполнил. Сейчас вот здесь народный будем пробовать. Свой вес на количество раз пожмем. В соревнованиях принимали участие и представительницы прекрасной половины человечества. Одна из них, Альфия Мерзлякова, признается, в планах начать заниматься жимом лежа не было. Привел ее в спортзал случай. Мой тренер Гоголин Александр предложил мне попробовать себя в соревнованиях. Ну, пока еще трудностей нету. Просто сила воли, борьба, стремление к победе. Это не только мужской спорт, женский тоже. Женщин очень много в этом спорте сейчас. По итогам соревнований 12 спортсменам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан», а двое получили звание «Мастеров спорта международного класса». Наталья Тысевич, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5-й канал.